Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий за стимул больше снимать для вас видео. Сегодня у нас простой арабский талисман, чтобы вам всегда давали скидку, так сказать, да? Ну, то есть, это чаще для рынков подходит, для каких-то частных секторов, но у меня сработало, в принципе, нормально. То есть, человек именно на обувь скидку делал, вот. Дал, что нам понадобится? Естественно, в любой день. Если вы слишком от планет зависите, то, естественно, пятница или, как говорится, четверг, день Юпитера, да? Наносим данный талисман. Лучше, естественно, чернилами, зелеными, не черными, как я нанес. Вот, зажигаем свечу, как всегда, да? И против часовой стрелки буквенную кодировку, потом снова буквенную кодировку. И геометрические символы тоже против часовой стрелки. Вот. Сзади вы можете написать заклинание подчиняя духов этого талисмана. Пускай мне дают скидку, как говорится, ну, можете перечислить товары сейчас, вот быстро, какие-то товары, в каких покупках, да. Вот, слишком там не ставьте, что вам там шубу прям за 15 рублей продали, на это не рассчитывайте, это глупость какая-то, вот. Это только для дураков, наверное, такое. Потом, что вы делаете? Берете, поджигаете немного мускатного ореха, если нет мускатного ореха, пряность гвоздики. Берете, поджигаете немного, как в кадильнице или в чем-то, и окуриваете спереди и сзади талисман. Потом его просто складываете, как говорится. То есть просто можно скласть. Сейчас покажу. Просто по часовой стрелке. По часовой стрелке складываем. Вот. И потом или в кошелек положить, или положить, где вы носите, как говорится, с собой. Ничего тут сложного такого нету. Вот. Носите потом просто его с собой для тех дел, которые нужны в данный момент, или что-то по скидке в кризис там купить, как, допустим, когда цены слишком возросли. Вот, ну что ж, всем удачи, успехов, с вами был Александр Чуев, ставьте лайк, комментируйте, репостите. Массаляма.